Отойди от него, чудовище зеленое! Какая в конце-то концов разница, что у Норы стегозавр вылупился? А то, что ты ей подкладывал яйцо Тирекса и Тины, а из него каким-то чудом вылупился стегозавр. Забудь ты про эту историю, ты теперь главный в долине, что тебе еще надо? Я должен знать, кто хозяйничает на моей территории. Тогда иди и расспроси стегозавров, может они воспитывают детеныша тираннозавра. Самсон, это же дети Тирекса! Так Тирекси, сын Тирекса? Вообще-то да. А я Энни, его дочь. Ну и денек, я чуть не съел детей лучшего друга. Нам надо поторапливаться. Тирекс и Денвер в пещере возле вулкана. Привет, шипастая. Господин Гик, здравствуйте. Не отвлекайся, ешь, а то совсем исхудал. Ладно, расслабься. В мое сегодняшнее меню не входит мясо стегозавра. Дело у меня к тебе. Хорошо. У вас пропадали яйца пару месяцев назад? Не могу так сразу сказать. У нас каждую неделю воруют яйца, так что боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Послушай сюда, тупоголовый, тебе придется напрячь свои извилины и вспомнить. Какой кошмар! На земле просто стоять невозможно! А ты не стой, прыгай! Что это ты такой спокойный? Я знаю, что мой сын нас отсюда вытащит. Боюсь, как бы он два обугленных динозавра не вытащил. Папа, папочка! Кажется, вспомнила. Пару месяцев назад произошло кое-что странное. Я как раз осталась присматривать за своими будущими братиками. И что тут странного? Норе деликатеса захотелось. Обычно эти тираннозавры съедают все яйца на месте. А Нора долго выбирала. Взяла одно и ушла. Согласен. Тираннозавры не особо переборчивы. Энни, Рекси, как же я за вами соскучился. Мы сейчас вас вытащим. Я же говорил, что сынуля не подведет. Давайте там быстрее, а то папа проголодался. Тяжелые камушки. Интересно, Нора, для чего тебе понадобились яйца стегозавра? С каких это пор я должна тебе докладывать, какую пищу употребляю? Наверное, я неправильно задал вопрос. Зачем ты подменила яйца Тине и Тирексу?